Хейо, гайз, с вами Шимики, и 24 июля Steam решил добавить абсолютный новый чат Steam. Да, как вот вы видите уже по одному обновлению и все такое. Довольно прикольное, с одной стороны, обновление, которое нам позволяет добавлять друзей в избранное, группировка друзей по играм, расширенные статусы, ну это не такое важно, да, это люди, которые просто играют в какую-то именно игру. Потом по командам. Довольно тоже прикольно те игроки, которые играют вместе, и теперь это все отображается. Групповые чаты. Теперь можно общаться не с одним человеком, а сразу с несколькими, просто в одной как, группе. То же самое, что Discord, если так подумать. Но возможности добавлять музыку, видео, гифты, картинки. Да почти что уже все угодно. Ну ладно, у нашей видео сейчас не об этом, поэтому давайте продолжим. Главная цель с обновлением это, типа, у нас теперь со звуками, да, когда там кто-то из друзей, ну, заходит в сеть или в игру, проявляются звуки вот это уведомлений. Я вам покажу, как это убрать. Нажимайте «Друзья чат», здесь будет шестереночка, вы видите, как раз двое у меня играют в тиме. Шестереночку жмем, и здесь будет, допустим, у нас три раздела «Общее уведомление» и «Голосовой чат». Нас интересует уведомление. И вот, здесь будут получаться у вас галочки, если они у вас врублены, просто их вырубаем. И все. На этом все как бы. Сохраняем, выходим. И все, отлично у нас вышло. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если я вам помог. Ну и всем пока.